Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре новые универсалы для Sony. Поехали! Итак, универсалы RML1351 и RML1370. Производитель, соответственно, Huawei уже нам привычный. Итак, по пультам. Во-первых, как вы видите, они имеют абсолютно такой же корпус, как и оригиналы, что, безусловно, делает их использование просто замечательным. Настолько проще, чем когда ты берешь совершенно левый пульт и такой: о боже, где же эта кнопка? Блин, помогите мне кто-нибудь. Действительно, очень неудобно получается. А так, проблемы просто-напросто все исчерпываются. Кроме того, это удобная замена, которая всегда есть под рукой. Не так, как, например, в радиопультах. Не будем говорить, у кого у Philips'а. Не найдешь оригинальный пульт, не найдешь замену, вообще ничего найдешь. Счастье просто. Но по этим моделям RML1351 и 1370 оснащены уже более такими новыми кнопочками, которые очень нужны. Это Netflix, это YouTube, это Google, и это круто. Итак, если говорить об этих пультах, то 1351 имеет такие кнопки, как Google Play, Netflix и YouTube, а 1370 имеет YouTube и Netflix, то есть, в принципе, этим они ограничились. Но при этом пульты вполне себе удобны и достойны внимания. С вами была Эльвина, новые универсалы для Sony. Всем пока!